tijgerwelpjes, die zijn schattig en heel lief, toch? Wie ze wil knuffelen, moet eigenlijk naar de Krim, het safaripark op het Oekraïnse schiereiland. Laat de tijgers en leeuwen naar buiten en bezoekers die mogen er gewoon lekker mee kroelen. Heel gezellig, maar ook om er wat van te leren. Цель сегодняшней промоакции – привлечь внимание людей к теме защиты диких животных. Мы противники охоты. Сегодня в зоопарке могут попробовать все вот так погладить великолепных редких животных и понять, что они уникальные в своем роде и их нужно защищать. Охотиться на уссурийского тигра ни в коем случае никогда бы не смогла, учитывая то, сколько их осталось. Так мало – это наше национальное достояние, наша национальная гордость, наше богатство, поэтому это нужно только беречь. Нет, я думаю, об охоте на диких животных речь не может идти после именно общения с ними один на один. И вообще я очень люблю и львов, и тигров, и вообще больших зверей. Вот, и представляете, вот когда обнять такого льва, это же вообще что-то. А потом представить, что его могут убить, ну это вообще кошмар.